Добрий день і добродушлю в нове відео на каналі Словенська Любов. Айде. Тут ще якісь розкопки знайшли з колотом. Ну, це для нас. З тої точки зрення, що колот мені все время доносить якісь скелети, от це якраз місце для нього. Ну, в принципі, туди не можна, ми можемо тільки подивитися, що це якісь розкопки там. Ну, да, не можна. Ага, хто сказав, да не можна? Хто сказав, да колоту не можна? Коле, по його можна на історичні розкопки залазити? По я мислям, да не можна. Ну, коле, я надамся, да нас ніхто не оштрафує за таке безобразие. Спустися. Спустися, говнюша. Не можна так, коле. Срамота, срамти. Ну, что поделать, если собака в душе просто археолог? Эй, ты археологом был? Или как ты был? Ну, а давай, иди на край, там скочишь. Прыгай. Сейчас мы налазимся в Сремской Митровице. Опыт с моим другаром Колотом. Опыт лепое время данное. И он, да, мы дошли до воды. Збок того, де я одрасла поряд води, просто не могу чи де ні ще там поряд води, нікако за мене. І онда дошли в Сремську Митровицю, тут і на река Сава. Позаду мене великий мост, найвечий пешачий мост у Сербії і на Балканах. Шта і маю ж Сремська Митровиця, бічимо далі. И вот так изгляда пешачий мост от набережной. Има дужиновый мост 262 метра. Нечто интересантного. Дошла там и поглядала. Бетон, то бетон. Нечто интересантного за мной. Коли вышел на охоту. Сремська Митровиця. Вообще очень классное место, где можно прийти отдохнуть, погулять с собакочкой. Но настолько очень много мусора, просто это так просто неприятно, очень неприятно. И единственный минус этой набережной, здесь очень грязно. К сожалению. Вверху, где пешеходная такая зона, то нормально. А вот тут вот внизу такое ощущение, что сверху все кидают вниз. Зачем, люди? Вы же сюда приходите отдыхать. Сама по себе пешеходная зона и выглядит именно так. Здесь есть место, где посидеть. И обязательно велосипедная дорожка, где ездят велосипедики. Чего очень много в Сербии, так это вот таких вот стен огромных, которые заплетены полностью виноградом. Ну, просто невероятно, насколько просто я огромный любитель вот этого дикого винограда. Я все время останавливаюсь, просто наслаждаюсь этим зрелищем. Звезда тоже рассматривает всякие достопримечательности. Кол, интересно? Что там за достопримечательность? Звезда. В общем, Колы знают, как себя вести прилично в городе, никого не трогаем с ним, только смотрим. Он очень хорошо себя ведет в городе, спокойно бегает, и, ну, с ним действительно нету проблем. Я его не спускаю с поводка в городе, он все время на поводочке у меня ходит, вот, и тем самым мы никого не смущаем. Да, Кассиандра? Никого не смущаем. Все на нас смотрят, и мы никого не трогаем. Все прилично, все аккуратно. Мы отошли, сделали все свои культурно-некультурные дела собачьи и продолжаем гулять по городу. Так что все отлично. Диси, Сремская Митровица? Ел ты эту свитчу? Кось. Эй. А
как бы ты сидел, когда тебя просишь, а не когда тебе хочется. В общем, Колот отличился и в городе, залез безобразно на раскопки археологические. Ну что поделать, Колот в душе археолог. И он все время что-то ищет, ищет, ищет. Вот парк в центре города есть. Жару здесь прекрасно, много тени, зелени. И когда я здесь была летом, здесь все лавочки были заняты, места пустого практически не было. Сейчас осень, в принципе, нужно найти место, где посидеть. Такой фонтан здесь имеется. Много птичек вверху. Надеки створите просто новый живот на тере. Сразу в одном видео показать Сремскую Митрицу просто нереально. Она очень красивая, в ней очень много всего интересного. И сегодня просто немножечко прошлась по центру города и все. То есть, в следующий раз, когда я буду сама или хотя бы без Колота, и можно будет спокойно походить по всем, как говорится, злачным местам, я обязательно покажу продолжение о городе Сремская Митрица. Для меня он очень интересный, он мне очень нравится. Спокойный, маленький, культурно, чисто. Единственное, вот мне очень красиво было возле воды. Как во всех городах, центр сделают красиво, но все остальное не важно. Оставайтесь на канале Словенская Любовь, и где-то будет продолжение про Сремскую Митрицу. Всем пока! Нам культурно сказали, кто здесь в этом городе хозяин. А продолжение обязательно будет в следующих сериях. Я думаю, это не последнее посещение Сремской Митрицы. И тут есть еще... Ну да. Тут есть еще. Ой, тут есть еще. Что есть еще в Сремской Митрице, мы посмотрим в следующих сериях. Колы мне ее уже продавницу, и ты, свиньё. Оставайтесь на канале Славянская Любовь, и будет еще много всего интересного. До встречи. Спасибо, что смотрите и остаетесь вместе с нами. Такими безобразными грязнулями. Всем спасибо. И до встречи. Пока-пока.